Всем привет, ребята! Меня зовут Павел, канал Арика ТВ. Мы начинаем играть в новую игру Мяу Сим, симулятор котенка. Привет, счастливчик! Тебе выпала возможность получить в подарок замечательного котенка. Выбери его цвет и дай малышу имя. Итак, приступим! Давайте назовем котенка как наш канал. Айка. ТВ. Какой бы нам выбрать окрас? Синенький. Зелененький. Ну вот мне вот такой нравится котенок. Давайте такого выберем. Мальчика или девочку? Девочку или мальчика? Давайте выберем мальчика. Мальчика? Окей. Теперь твой замечательный котенок бегает по квартире. Он еще мал. Его придется воспитывать и учить. Это большая ответственность. Да, ребята, котята, это большая ответственность. Смотрите, вот он побежал куда-то. Ты куда побежал? Ты хочешь попить воды? Твой котенок хочет пить. Выбери на кухне напитки, нажав на кошачью миску. Давайте попробуем. Слегка утоляет жажду, но не утоляет голод. Купить. Молодчина. Теперь твой котенок сможет попить и утолить жажду. Не забывай поить его несколько раз в день. Ты хочешь ее пить? Ой, смотрите, как он язычок высунул. Ой, какой милый котенок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подаренный тебе котенок очень голоден. Его нужно накормить. Это можно сделать, нажав на кошачью миску. Это мы поняли. Давайте покормим. На твой баланс поступило немного средств. Используй их для покупки еды. 5 монет. Угу. Теперь твой котенок может есть. Поэкспериментируй с его рационом. Узнай, что ему нравится, а что нет. Кроме того, калорийность пищи разная, и это влияет на частоту кормления. Видите, ребята, сколько нужно знать, прежде чем завести дома котенка. Кушай давай, котенок. Айка, айка. А теперь приласкай твоего котенка. Для этого гладь его пару секунд, и он станет счастливее. Ну-ка, ребята, давайте попробуем его погладить. Ребята, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Расскажите, как зовут вашего котенка? И есть ли у вас настоящий котенок или только виртуальный? На твой баланс поступило немного средств. Чтобы квартира не была такой скучной, а была интересным местом для котенка, потрать часть этих средств на что-нибудь полезное. Это можно сделать, нажав на планшет в одной из комнат. Вот на этот планшет. Ну, давайте используем подсказку. То же самое, что и мячик, только непрыгучий. Клубок. Ну, давайте нажмем купить. Угу. Смотрите, котенок идет. Давайте с ним поиграем. Оу, он проглотил его, что ли? Замечательно! Теперь ты знаешь,
где можно покупать всякие полезности. Запомним. Эти четыре параметра, вот они сверху, помогут тебе лучше ухаживать за котенком. Сытость, счастье, здоровье и чистота. Ну что же, это были первые уроки по уходу за твоим новым другом. Когда ты выйдешь из игры, жизнь в твоей квартире продолжается в реальном времени. Поэтому не забывай заходить в игру и следить за развитием своего питомца. Запомните, ребята! В заключение мы покажем тебе, как с помощью мини-игр можно зарабатывать монетки. Обязательно попробуй. Это весело. Давайте нажмем. Так, давайте посмотрим. Мини-игры. В мини-играх зарабатываются монетки. Еще они повышают счастье котенка. Забрать выигрыш можно на 4, 8, 12 и тому подобное уровнях. То есть не на каждом уровне, получается, можно забрать выигрыш. Бесплатные монетки. Это, наверное, за просмотр рекламы. Сейчас у нас 150 монеток и 0, что это, кристалл, как правильно назвать, не знаю. Давайте поиграем в игру. Посмотрим хотя бы. А за прохождение уровней ты будешь получать монетки. Чем больше очков наберешь, тем больше будет твой заработок. Забрать монетки можно на 4, 8, 12 и так далее уровнях. Это мы поняли. Мяу-сим. Для того, чтобы пройти уровень, нужно собрать все золотые плашки за отведенное время. Для этого собирай одинаковые картинки по 3 и более в ряд. Понятно. Итак, приступим. Ты можешь получать подсказку за одну монетку, нажав на кнопку с лампочкой. На кнопку с лампочкой. Вот это, наверное. Итак, да, вот эта лампочка. Итак, продолжим. Если вдруг заканчивается время уровня, ты можешь добавить ее за одну монетку. Отлично. Все вроде бы понятно. Давайте немножко поиграем. Так. Какая музыка красивая, ребят, вы обратили внимание? Что-то я растерялся. Так. Аквамарин, игра закончена. Наверное, мы ничего не заработали. Время закончилось. Вертолетик. Мини-игра на реакцию. Удерживайте вертолетик на нужной высоте, быстро прикасаясь
к экрану. Количество преград с каждым уровнем увеличится. Забрать заработок ты сможешь, собрав мешочек с монетками на каждом четвертом уровне. Понятно, ребята? Ну, полетели. О! О, мы разбились. Пока летим прямо. Ну надо же, давайте еще раз попробуем. Нажимаем. Опять я врезался, у меня просто не получается. Нет, наверное, из меня летчика-вертолетчика не получится. Давайте посмотрим, что у нас за третья игра. Ну где? Не туда мы вышли. Давайте почитаем о ней. Печеньки отлично подойдут для развития памяти. Открывай по очереди карточки и находи пары. На более высоких уровнях есть возможность увеличить количество ходов и время за счет открытия пар белых карточек с нарисованными на них часиками и отпечатками лап твоего котенка. Интересно? Давайте попробуем. Я думаю, мне это понравится. Запомним. Что? Третий уровень. Четвертый уровень. Забрать монеты. Ты всегда сможешь активировать мини-игру позже и получать горы монеток, а сейчас ты можешь забрать бонус монеток. Забрать. Так, ладно, давайте посмотрим, что тут еще интересного есть. Давайте посмотрим, где наш котенок. Котенок, ты что? Ты хулиганишь? Или хочешь поиграть в пирата? Ну ты даешь. Ну, смотрите, как он гуляет по комнате. Давайте поиграем в мячик с нашим котенком. Ну-ка. Вау. Зачем ты его все кушаешь-то? Глотаешь. Ну. Ну-ка, поймай его.
Вау! А тебе нравится или нет? Ну а что ты? Решил умыться, что ли? Смотрите, ребята, как он себя прилизывает лапкой. Вы видели, как настоящие котята язычком намочат свою лапку, потом причесывают себя, приглаживают, или как правильно сказать, не знаю. Так, а что у нас в холодильнике? Или холодильник пока закрыт? Так, давайте посмотрим нашу квартиру. Мы же можем что-то купить здесь. Так, чтобы купить. Так, ток-ток. Игрушки. Можем купить мышку. 250 монет. Но сейчас столько нету. Медведь 180. Это что такое? Необычный мячик. 220. Вот это да. Простой мячик. Да, у нас пока столько монеток нету. Придется нам зарабатывать в играх. А это что? Давайте посмотрим. А, тут можно изменить цвет котенку. Ну, давайте пока оставим. Мне он нравится. Это можно его покормить. Так, до кормления у нас пока еще время есть. Ты где? Котенок. Ну ты что, скучаешь что ли? Давай мы тебя погладим. Ну ты не скучай давай. Ну, что? Ну играй, играй, играй. Ты так все норовишь его скушать. Айка, ты что, голодный? Нет, не голодный. Мыть тебе не надо. Давайте посмотрим нашу квартиру. Что тут еще есть? А больше ничего. Ты куда залез? Ой, что ты делаешь? Ты песни поешь, что ли? Мартовский. Ты мартовский кот? Ты пока котенок, ты еще не кот. Какой ты певец. Молодец. Заходя в игру каждый день, ты будешь получать бесплатные монетки. А каждый пятый день мы будем дарить тебе что-то очень большое. Отлично, ребята. Не забывайте заходить в игру каждый день. Смотрите, нам дали бонус. Теперь у нас 360 монет. Предлагаем тебе приятно провести время за просмотром ролика. За это ты получишь 10 монет. Давайте посмотрим. Рекламу я вырежу, вы не беспокойтесь. Подождите, пожалуйста, пока нет готовых роликов просмотра. Вот так вот. Что тут еще? Лежанка простая, 50 монет. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Мягкая, стильная лежанка высокого качества. Розовая лежанка, 350 монет. Очень хорошо подойдет для кошечки. Но у нас не кошечка, у нас котенок и мальчик. Давайте пока купим лежанку простую. Стильная высокого качества. Ну, давайте все-таки простую купим. Мы купили. Поставили ее сюда. Но ты где, Айка? Хватит. Слышу. Ты на люстре, я знаю. Ты на люстре, да? Ну, что, давай. Где мячик твой? Иди сюда. Смотри, мы что тебе купили. Ты только посмотри. Посмотри. Вот, вот, садись. Ну как тебе, лежанка? Ну скажи, хорошо. Успокоился? Что-то язычок все показывает. Ой, какой красивый он у тебя. Ну ты просто молодец. Так, ребята, давайте посмотрим, что бы нам еще купить.
шампунь – очень нужная вещь, помогая сделать его ухоженным, шелковистым, хватает на 30 применений, 80 монет. Что у нас еще есть? Чтобы котенок был ухоженный, его нужно периодически расчесывать. К тому же, ему это нравится. 45. Щетка стоит. Пока мы не будем покупать, спрей от блох. Отлично убивает блох. Применение. Поймать блоху. Прыснуть средство ей в глаза. Повторить всеми остальными, со всеми остальными блохами хватает на 10 применений. Ну так где тут? Айка. Айка, а что это за телевизор? Давайте посмотрим. Там, наверное, тоже реклама. Это реклама. Ну ты что, скучаешь? Что ты хочешь сказать? Ты лапкой машешь мне? Что, пока ты мне хочешь сказать? А, ребята, смотрите, он говорит. Павел, пора заканчивать обзор на новую игру Мяу Сим. Ребята, встретимся позже. Мяу! Смотрите, какой у нас хулиган. Хорошо, ребята. Заводите себе котят виртуальных. Пишите в комментариях, как вы назвали своего котенка. Не забывайте подписываться на канал Айка ТВ. Всем до новых встреч. Пока. С вами был Павел.